200 ДТП с участием пешеходов произошло в Одессе с начала текущего года. В большинстве из них виноваты сами люди, которые часто переходят дорогу в неположенном месте. Изменить эту печальную статистику решили патрульные полицейские. Сегодня они провели рейд по некоторым опасным точкам, а вот как реагировали на замечания полицейских и кто оказался главным нарушителем, уже знает наша Анна Гринев. Переход дороги в неустановленных местах – это первое место в рейтинге самых популярных нарушений со стороны пешеходов. Часто попытка пробежать незамеченными заканчивается аварией, что еще хуже – смертью. За неполных 5 месяцев на территории Одессы мы уже имеем порядка 200 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. И, как, к сожалению, результат – 10 человек погибло и 186 травмировано. Одна из горячих точек находится на Академика Королева. С одной стороны – остановка, с другой – небольшой рынок. Зачастую, выйдя из автобуса, люди не доходят несколько метров до перехода и перебегают прямо здесь. Полицейские на чеку. Ви хочете дорогу перейти? Я перепрошую, ви б не могли пройти на пішохідний перехід? Так безпечно буде для вас. Дякуємо. Переходьте дорогу на пішохідному переході. Де? На регульованому. Для вашої безпеки. Так, хорошо, спасибо. Поняла. Будь ласка, больше не буду. Наступного разу переходьте, будь ласка, на пешеходном переходе. Я вообще сознательный гражданин, просто спешу и так получилось. А вообще это, ну, конечно, нужно, потому что ситуации бывают разные. Извлекайтесь, машины едут, но не могут не доглядеть. И... Ну, на первый раз не прощают. Прощаю. Ну, все, дякую за зауважение. Наступное, чтобы больше не порушивали. Еще одно опасное место – проспект Маршала Жукова напротив авторынка. Чуть-чуть дальше пешеходный переход. Да. Будь ласка, намагайтесь по нему переходить. Дякую. Бережіть, да, да, конечно. Бережіть себе, будь ласка. Хорошо. Ну, світофор, я понял. Будь ласка. Зупиніться. Добрий день. Здравствуйте. Патрульна поліція міста Одеса. Зупиніться мене. Доброго дня. В большинстве люди отреагировали адекватно, даже благодарили. Спасибо. Спасибо, что заботитесь. Спасибо. Більшість людей дуже вдячні нам, що ми їм нагадуємо, вони починають задумуватись над своїм поступком, над своїм життям, і вони, звичайно, задоволені, що ми напоминаємо. Некоторі пішоходи просто ігнорували замечання. Хтось убігав від поліцейських. Я убігу від вас! Часто дороги перебегают мамы с детьми или беременные. Но самым постоянным нарушителем оказались пенсионеры. У меня нога поломана, я поэтому недалеко идти. Вам буквально пройти сюда 20 метров, и вы прошли бы, не нарушаючи правил дорожнего руху. Что ж вы это делаете? Спасибо, я больше не буду. Не нарушайте правил дорожнего руху. Хорошо. Спасибо. Добрый день. Не переходьте, будь ласка, дорогу. Не положено. За один рейд удалось пообщаться с десятками людей и избежать минимум одно ДТП. Анна Грынев, Алексей Барановский, 7 канал.